Сегодня в Кузнецке проведены тренировочные учения по ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме. Такое мероприятие было проведено впервые. Учения начались у нас с вводной в 3 часа утра вводной на территории города Кузнецк по адресу улицы Ленина, 36. Произошла утечка газа во втором подъезде жилого здания на втором этаже. В результате этого произошел взрыв, обрушилось здание, шлакоблочное, оно за мной. По предварительным данным погибло 6 человек, 12 человек находятся под завалами. В ходе тактики специального учения проведен сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организована работа дежурно-диспетчерских, экстренных, оперативных и аварийных служб с проведением аварийно-спасательных работ на месте возникновения условной чрезвычайной ситуации. Отработаны действия пунктов временного размещения граждан и оказания медицинской помощи. Проведена проверка готовности техники и сил постоянной готовности. На 8 часов утра по замыслу учений запланирована практическая часть. Это пятый этап ликвидации чрезвычайной ситуации. Работа непосредственно на месте уже после того, как все люди найдены, все спасены, имущество вывезено. Значит, работа непосредственно на месте по расчистке завалов, уборке территории и расчистке площадки. В ходе тренировки силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработали координацию действий, совершенствовали профессиональные навыки и оперативность реагирования.